патриоттары болуды тәрбиелеп білім берді. Бұл сыныпта дарынды және іздеп... Праздничная атмосфера с раннего утра царит в 9-м IT-лицее Шымкента. Для выпускников прозвенел последний, долгожданный и трогательный звонок. Во взрослую жизнь их провожают классные руководители. Со школы прощаются больше 250 одиннадцатиклассников. 10 из них окончили школу с отличием, 12 претендуют на Алтын-Бельге. Последние мгновения детства школьники провожают торжественно. Выпускники поют, танцуют и благодарят учителей. И, конечно же, как без традиционного школьного вальса? Без него не обходится ни одна линейка. Конечно, я буду скучать. У меня отношения к школе очень высокие. Я люблю своих учителей. Я горжусь своими учителями, горжусь своими друзьями. Ведь за 11 лет я подружился со многими учениками. Конечно, будем по друзьям, по учителям, по школьной атмосфере. Президент, когда мы этого не забудем. По возможности, желательно по праздникам, чтобы поздравить учителей, собираться всем классом. Что вы хотите пожелать остальным выпускникам? Хорошего сдачи НТ и госэкзаменов. Провожают в большой путь повзрослевших школьников классные руководители, учителя-предметники и коллектив лицея. Разделяют праздник окончания школы и родители выпускников. Мамы и папы желают успехов и удачи на ЕНТ. Я классный руководитель 11-го ФМК 1-го класса. Желаю своим ученикам удачи. Если честно, сама тоже волнуюсь. Буду скучать. Очень привыкла. Они стали как родные. У меня слезы наворачиваются. Ну, радуемся, что они оканчивают школу. Мы желаем детям успешно поступить в вузы, чтобы ЕНТ они хорошо сдали. У них начинается новая жизнь, и пускай эта новая жизнь им приводит счастье, удачу, всех исполнение желаний. Мой первенец оканчивает школу, вместе с сыном волнуюсь и я. Он с 1-го класса учится в этой школе, планируем поступить на юриста. Поздравить выпускников пришли и почетные гости. Среди них заместитель акима Шымкента. Шунгыс Мухан делится своей историей о том, как он стал студентом и желает будущим абитуриентам успешного поступления. Ровно 22 года назад я, как и вы, окончил школу. В Шардаре. Продали единственную лошадь и поехал в Алматы за исполнением своей мечты. Не смог сдать ЕНТ. Было два варианта – вернуться обратно в АУЛ или поступить на платной основе. Я выбрал второй вариант. После окончания вуза решил подать заявку по программе «Балашак». Опять не смог поступить, но я не сдался. И в 2014 году по программе «Балашак» я отучился в Гарварде. Не сдавайтесь никогда. Идите к своим целям. Последний день школы для выпускников останется самым запоминающимся. Но говорить «прощай, школа» им еще рано. Впереди 11-классников ждет государственный экзамен и ЕНТ. Куркем Сибалиева, Сакен Сапарбеков, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Утрар».